украинская экономика сейчас движется в большой катастрофе. В Украине надвигается очень сильный бюджетный кризис. В Украине будут проблемы с выплатами зарплат и пенсий, начиная уже в начале следующего года. То есть теоретически это можно отсрочить, если будет какое-то хоть на бумаге соглашение с МВФ. То есть они денег-то не дадут, но под это соглашение кто-то еще может еще чуть-чуть дать денег. Но это будет еще на несколько месяцев хватить. Ну а так будут большие проблемы с выплатами элементарных социальных обязательств и зарплат. Такого в Украине не было с 90-х годов. И поэтому вот когда такая ситуация, или надо срочно что-то делать, или просто страна пролетает в трубу. Каждый человек будет создавать все проблемы. Это мы просто вот сейчас с закрытыми глазами и идем к пропасти.